Ein weltweiter Brückenbauer der Kulturen war auch der große deutsche Komponist Richard Strauss. Один из тех, кто возводил по всему миру культурные мосты, был великий композитор немецкий Richard Strauss. Отличительной чертой музыки его был голос сопрано. Он даже женился на обладательнице такого голоса Паулине Марии Даана, которая стала для него источником вдохновения за всю свою жизнь. Было написано огромное количество произведений под знаменитой пьесе Оскара Уайльда. Главная партия была написана для сопрано. Премьера состоялась в Королевском оперном театре Дрездена. Und bis heute begeistert die Oper Salome weltweit immer wieder Millionen Zuschauer. На сцене Михайловского театра выдающаяся оперная певица, уроженка Саксонии Надя Михаэль. Du wolltest mich, mich.
знакомы.